Стратегию государственной национальной политики России в регионах Приволжского федерального округа обсудили в Саранске. Среди важных задач значится гуманитарная поддержка участников СВО и вынужденных переселенцев из новых субъектов страны, социально-культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в российское общество. В Ульяновской области с этой целью в прошлом году был создан специальный центр. На регулярной основе здесь ведутся массовые мероприятия с участием представителей национальных диаспор. В 2023 году было организовано более 400 мероприятий, в которых приняли участие свыше 150 тысяч человек. И этот опыт работы на совещании был оценен положительно. Сейчас в области готовится к проведению национального мордовского праздника Шумбра. 25 мая он пройдет в парке «Владимирский сад». Гостей ждут различные этноплощадки, выступления солистов Мордовской филармонии, а также пленэр художников.